Эти кадры – уже история национального телевидения Чувашии. Накануне открытия телеканала в редакции побывал руководитель администрации президента республики Александр Иванов. Он осмотрел новую студию, новую редакцию, новые монтажные станции. Здесь все новое во всех смыслах этого слова. Техническая база национального телеканала создавалась с перспективой перехода на цифровое вещание. Как известно, в соответствии с федеральной программой развития телевидения в России и в каждом регионе, в том числе и в Чувашии, появится местный цифровой канал. Впервые в республике используются технологии безленточного производства, многократно повышающие эффективность работы. Кнопка нажала, все зарабатывает. Так и получилось. Сегодня, 10 октября, ровно в 13:00, началось тестовое вещание национального телевидения Чувашии. Идея открытия собственного национального телеканала республики вынашивалась не один год, но конкретную форму она приобрела в конце декабря 2010 года, когда было принято решение о создании национальной телерадиокомпании, объединившей два средства массовой информации – радио и телевидение. И вот спустя 10 месяцев первый выход в телеэфир. Сегодня это действительно исторический день. Это фундаментальное событие для Чувашской республики. Сравнимое, может быть, с тем, как если бы, например, народ основал свой первый архив, свою библиотеку, свой первый музей. Национальное телевидение, которое создано республикой, это событие действительно историческое. Мы должны понимать, что мы должны соответствовать масштабу этого события. По окончании тестового вещания в эфир выйдут собственные передачи национального телевидения Чувашии. Сначала, разумеется, это будут новости. Потом к ним прибавятся передачи об экономике и политике, сельском хозяйстве и медицине, культуре и образовании на русском и чувашском языках. И все, кто включит 18-й канал кабельной сети ОАО «Ростелеком», смогут следить за тем, как развивается и набирает силу национальное телевещание, как пишется «Телевизионная история Чувашии». То, что сегодня состоялся очень важный шаг, который сделали все мы вместе. Я все-таки, наверное, думаю так. Президент, правительство, министерство, автономные учреждения. Ну, я думаю, что мы этот шаг сделали. Мы открыли национальную телерадиокомпанию «Чувашия». У нас появилась новая СМИ, национальное телевидение. И я думаю, что в добрый путь всем нам. И огромное спасибо за поддержку всем тем, кто помогал на разных этапах нашего развития. Я очень рада этому.